Доброе утро, пошли гулять. Второй день прививки. Ничего, даже не видно этого пятнышка. Опять у нас все то же самое, я так понимаю, как и в первый раз у нас повторно. Повторно мы сделали вчера прививку. Мерила вчера температуру с утра до прививки 36, к вечеру она поднялась. Стало 36,3 после прививки уже. Ничего, опять ничего ни у меня, ни у мужа. Сейчас погуляем. Ветрено очень. Сейчас погуляем и бегом домой варить сыр. Мы ушли, и все. Ой, один красавчик потерялся, вы посмотрите. И главное, идет так не спеша, да, другие потеряются, орут, бегут. А этот, вы посмотрите, вышагивает. Ну ничего, мы ж подождем все стадо. Да? Не положено ему суетиться, да, алтаец? Все, идешь, облизываешься. Испугался? Потерялся? Ай? Был где-то там внизу, во враге. Ну, наелся, пойдем. Домой уже возвращаемся. Хватит нам. Можно было еще полчасика погулять, но вроде наелись, смотрю по животам. Да и сыр надо начинать. Пока пропастеризую тут уже. Сейчас, вон они все там, козы ждем. Козы, пошли уже домой. Это стоит, орет. Они здесь, не потерялась ты. Сейчас. Вот. Подошел ко мне, видите, и у моих ног.
Зато наелся, а живот-то наел. Да? М? Украшения. Ой, опять у тебя тут брошки. Смотрите. Тинь. Брошку гонишь? М? Давай. И здесь, смотрите. Все, ну все, я убрала. М? Красота. Ой. Эй, животные. Умаялся, наверное, что-то, да? Ну, поели-то как хорошо, а? Можно и домой нам идти? Понюхаешь, съешь, нет? Нигде. Это вот так он ко мне, видите, пришел и лег. Он опять пришел и ко мне лег. Вот так. Ну. Да. Красавчик. Сейчас, наверное, опять ведешь. Не хочешь камеру, да? Ага. У нас Лекса, она, когда ее снимают, она прям вообще во все стороны там. Травинка. Она во все стороны отворачивается и уходит. Она прям не любит, чтобы ее снимали на камеру. И ты не хочешь, да? Ну ты наелся, я смотрю, как он. О, с боками все остальные. Надо домой идти, да? Хватит нам тут. Как в этих... в Египте, да? Сфинксы. Пирамиды всякие, сфинксы, львы, да? А у нас козел вот так. Статуя. Статуя. Вот так еще спереди тебя твой достойный такой гордый вид. Ну сбоку тоже профиль видно, да, гордый? Вот так. Ой, квадроциклы опять. Только думала, что-то их давно не было. Телефон мой не затопчите. Тихо. Страшно? Думаю, что-то давно их не было. Наверное, все разъехались. Прям давно не было. Дыр-дыр этого. Вот они легкие на помине. Где они там? Двое детей. Ага, зато все сразу здесь. Вот так. Подавилась аж. Это скачи. Ну. Не в то горло пошло. Вот то такое. Ты испугался? Да? Страшно стало? Ой. Здесь Ева. Ой. Прячемся. Да? Гляньте на них. Гляньте. Ой, что? А что? А, кто меня ест? Заюх меня ест, мою косынку. Что? Видишь, уехали. Да? Все? Он застыл. Он не шевелится. Все? Отомри. Уехали, отомри. И опять ко мне. Вот так. Вот. Все. Что это такое все значит, я не знаю. Опять девчонки в кучу собираются. Я вообще не могу. Он теперь спереди обошел меня, встал, и вот здесь вот рядом все равно со мной лег. Он вокруг меня, в общем, вертится вот так вот, ложится. Опять они, да? Ты видал? Отцепись. Камеру все хотела съесть. Заюха. О.
Вы видели? Не меня так, гляньте, закинул. Зайчик мой. Зайчик, твою морду бы с той стороны снять. Не получится. Смотрите. Балдеет. Ой, я, ну как еще назвать? Котенок. Да? Вообще. Надо же. Опять она сейчас будет есть мою камеру. Не надо есть мой телефон. Нет, не надо. Я не для коз покупала телефон. Ай, ты алтанец. Ой. Опять у нас сегодня кино про алтайца. Вот так рядом со мной. Рядом со мной. Опять. Он опять так. А, вот тут такой. Опять ко мне поближе. Алтай. Алтай. Тут как? На ручке? На ручке, да? Ой, вреб я. О, вот так. Вообще. Козлина. Козлина. Жалко, что нас не могут снять со стороны, да? Такую идиллию. Ой, что? Ну что? Что? Все, конец фильма. Хватит. А то я даже на коленках ползаю.
чтобы снять звезду эту. Все, пошлите домой, да? Молодцы.